Сны, мечты, фантазии, желания. Все мы, так или иначе, задавались вопросами. Что это такое? Откуда они берутся? И как они влияют на нашу жизнь? В начале 20 века великий и всемирно известный Зигмунд Фрейд основал теорию психоанализа, в корне изменившую жизнь людей. Его теория сильно повлияла на развитие медицины и психологии, социологии и антропологии, искусства и литературы. Имела колоссальное влияние и стала поворотным моментом в истории. Однако сегодня у ученых появляется масса вопросов к фигуре Фрейда. Истинность его метода встает под сомнение. Многое из его жизни нам до сих пор неизвестно. Его работы засекречены. Многие труды исчезли. Но недавно найденные документы повергли ученых в шок. Существует вероятность того, что теорию психоанализа придумал не Фрейд. Что же скрыто под пеленой времени? Кто такой Фрейд? И действительно ли он придумал теорию психоанализа? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете сегодня в нашей программе. Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в семье Якоба Фрейда и Амалии Натансон во Фрейберге. Из-за широкого распространения в Австро-Венгрии антисемитских взглядов семья была вынуждена покинуть город и переселиться в Вену. Строгие законы давали не такой уж и большой выбор еврейскому мальчику. Среди предлагаемых профессий для Фрейда были медицина, юриспруденция, коммерция и промышленность. Фрейд выбрал медицину и уже в 1873 году поступил на медицинский факультет Венского университета. Работая под руководством Эрнста Брюкке, директора Института физиологии, Фрейд занимался исследованиями мозга животных и человеческих эмбрионов. В 1885 году, благодаря поддержке влиятельных светил медицины, Зигмунд Фрейд попадает на стажировку к французскому психиатру Жану Шарко, а в 1886 жениться на Марте Бернайс. Два эти события в корне меняют профессиональный интерес Фрейда. В ноябре того же года ученый знакомится с историей Анны О, пациентки его близкого друга Йозефа Брейера. После этого Фрейд окончательно прекращает изучение анатомии мозга и начинает заниматься исследованиями в области психологии. Так начиналось восхождение великого психоаналитика. Да, я помню, как приходил к нему. Это было так давно, что даже и не верится. Сергей Панкеев родился 24 декабря 1886 года. Русский помещик, родом из Одессы, бывший пациент Зигмунда Фрейда, впервые попал к нему на прием в 1910 году. Его случай известен под названием «Человек-волк». Мне кажется, мне было 23, но не уверен. У него были умные, темные глаза. Он слушал меня очень внимательно, и при этом он не вызывал дискомфорта. У него были простые и уверенные движения. А стиль одежды у него был сдержанный. Да. Фрейд был очень целеустремленным человеком. Эксперт. Специалист, приглашенный нами для выдачи квалифицированных суждений. И он был очень упрямым. Пытливость в познании природы человека всегда была его основным качеством. Фрейд, да, мы были знакомы. Сосед слева. У него был личный кабинет в соседнем доме. Милый человек. Любил собирать грибы, иногда звал меня на прогулки. После окончания учебы в 1885 году Зигмунд Фрейд открыл собственный кабинет невропатологии
Интерес к психологическим аспектам медицины появился у него в 1886 году, когда он уезжает на стажировку в Париж к профессору Шарко, бывшему тогда в «Зените славы». У него он перенимает метод гипноза, от которого позже отталкивается в своих рассуждениях о психоанализе. В 1895 году Фрейд открыл метод свободной ассоциации. Новая техника состояла в том, что он предлагал своим пациентам отбросить сознательный контроль над своими мыслями и говорить первое, что приходит в голову. У него были уникальные методы. Он раскрывал меня в разговорах. Сеанс за сеансом. 4 года по часу в день. Я все-все ему рассказывал. Понимаете, стены были тонкие. Сосед справа. Я постоянно слышал, что они о чем-то говорят. То есть вы подслушивали? Нет, ну это некрасиво. Эмоциональное реагирование при свободной ассоциации идет порциями. И при полном сознании сознательное «я» способно справиться с эмоциями, постепенно прорубая путь сквозь подсознательные конфликты. Именно этот процесс Зигмунд Фрейд и назвал психоанализом, впервые употребив этот термин в 1896 году. Фрейд научился выделять самое главное из того, что говорили его пациенты. И таким образом он стал понимать истинный смысл их слов. Этот процесс он назвал искусством толкования. А вы что, тоже психоанализом увлекаетесь? Ну, Фрейд делился со мной своими открытиями. Мне не надо было читать газеты, я все мог спросить у него. Это, понимаете, как к соседу за солью зайти. Только за советом личного характера. А вас случаем не Гансом зовут? А с чего вы взяли? Искусство толкований стало осмысленным в полной мере тогда, когда Фрейд раскрыл значение сновидений. Он заметил, что многие из его пациентов в процессе свободной ассоциации рассказывали о своих снах. Тогда он стал задавать вопросы о том, какие мысли приходили им в связи с тем или иным элементом сновидения. Фрейд выяснил, что часто эти ассоциации раскрывали тайный смысл сновидения. Затем он попытался реконструировать тайный смысл сновидения и таким путем обнаружил особый язык подсознательных умственных процессов. Он опубликовал свои находки в работе «Толкование сновидений» в 1900 году. Однажды в детстве Сергею Панкееву приснился сон. Передо мной резко распахивается окно, и предстает жуткая картина. На рождественской елке сидят волки белого цвета с лисьими хвостами. Глаза их блестят, и стоит жуткая тишина. В ходе работы с Сергеем Фрейд приходит к выводу, что именно этот сон является ключевым в анализе. Несмотря на то, что Фрейд решил прекратить анализ, у меня оставалось еще много вопросов. К примеру, я хотел знать, почему волки сидят на ветвях дерева? Почему они белые, к примеру, да и почему их несколько? Фрейд же объяснил мне только то, почему я их боялся. А вы не думаете, что это все из-за кокаина? Что? Какого кокаина? Погодите, о чем вы? Ну, вы же в курсе, что Фрейд какое-то время употреблял кокаин, ну и... Нет, я не думаю. Нет, дело не в этом. Нет. Ну, о нем говорили разное. Многие не верили в те факты, которые он обнаруживал. В объективности его суждений часто возникали сомнения. Я как эксперт могу сказать, что многие аспекты жизни Фрейда повлияли на его методы лечения. То, что мы узнали в историях болезни у пациентов, говорит больше не о них, а о самом Фрейде. Вы всегда принимали на веру все то, что говорил вам Фрейд? Да, конечно. Вы не думали, что все, что он говорил, все это касалось его самого, а не вас? Вы знаете, это довольно трудно. Расскажите подробнее, как он истолковал ваш сон? И в чем была причина вашего страха? Я боялся отца.
Так он сказал, да, что я испытывал влечение к собственной матери, что я не мог реализовать свои желания из-за страха перед отцом, и у меня был, как же его, этот, комплекс кастрации, и волки с лисьими хвостами – это лишнее тому подтверждение. А вы знали, что Фрейд до 30 лет был девственником? Мне это сосед слева рассказал. Не, ну вы представляете, как можно доверять врачу, у которого у самого с либидо проблем выше крыши было? Я был знаком с ним еще до того, как он женился на Марте. До того он был очень странным человеком в этом плане. Он вообще не обращал внимания на женский пол. Он, ну, просто их опасался. Он вообще убеждал себя, что сможет прожить без вмешательства женщин в свое личное пространство. Разве это не странно? Фрейд вывел теорию, что большинство психозов основаны на эдиповом комплексе и инфантильной детской сексуальности. При этом мы знаем, что сам Фрейд рос в большой семье, все его обожали, и особенно его любила мать. Думаю, эта сильная связь с матерью оставила неизгладимый отпечаток. И что также любопытно, сам Фрейд крайне редко рассказывал о своих детских воспоминаниях, словно боялся, что его поймают. Судьба неоднократно наносила свои удары. 4 сестры психоаналитика погибли во время Холокоста. Его труды сжигали нацисты. Коллеги часто не принимали всерьез его идеи и считали самого подверженным психозу. Усиленное изучение различных трудов, напряженный распорядок дня и пережитые тяжелые испытания в жизни привели к тому, что Фрейд заболел раком. Он умер в 1939 году в возрасте 83 лет. Знаете, теперь, когда прошло так много времени, мы стали поднимать старые записи. У нас появился доступ к ранее закрытым архивам. Мы решили узнать больше о предпосылках, что оказали влияние на Фрейда и его методы. Вы слышали что-то странное? Я же сказал, что не подслушивал. Или что-то показалось вам необычным? Вообще-то я хорошо запомнил один момент. Он там с кем-то ругался, говорили про какие-то документы. Ну, я не помню, но то был мужской голос. Я помню, к нему ходил какой-то тип, но я не придал тогда этому значения. Думала, очередной пациент. Знаете, у нас появились основания полагать, что теорию психоанализа придумал не Фрейд. Далее вы увидите. Найдены необычные документы. Тайна становится раскрытой. Кто на самом деле придумал психоанализ? Не переключайтесь. У него волосы сухие и ломкие. Они часто выпадают. А кончики секутся. Ваши волосы сухие и ломкие. Они часто выпадают. А кончики секутся. Есть решение этих проблем. Шампунь наполняет ваши волосы силой от самых корней. Как эксперт я рекомендую шампунь 50 в одном. Результат виден уже после первого мытья головы. Теперь мои волосы мокрые и стойкие. Они редко выпадают, а кончики не секутся. Шампунь 50 в одном. Лучший в мире шампунь. Найдены видеозаписи журналиста, который мистическим образом пропал без вести после того, как отправился на съемки репортажа о местном маге-шарлатане. Ни так называемого мага, ни нашего сотрудника так и не нашли. Однако на месте проведенного репортажа были найдены улики, одна из которых – видеозапись, снятая нашим журналистом до его пропажи. Эти кадры оказались столь шокирующими и ужасающими, что мы просто не могли оставить их в тени. Мистические аномалии! Древние заклинания. Тени Киритуа.
Устрашающие существа. И множество другого уникального контента вы сможете увидеть 31 февраля в 20:00 на нашем телеканале. Сейчас вы увидите. Найдены необычные документы. Тайна становится раскрытой. Кто на самом деле придумал психоанализ? Несмотря на то, что влияние идей и личности Фрейда на психологию неоспоримо, многие исследователи считают его труды интеллектуальным шарлатанством. Практически каждый фундаментальный для фрейдовской теории постулат был подвергнут критике со стороны видных ученых и писателей. Одни называли эмпирический базис теории Фрейда неадекватным, другие окрестили психоанализ мошенничеством. До сих пор у ученых появляется масса вопросов к фигуре Фрейда. Истинность его метода встает под сомнение. Что, если базисом для психоанализа служили совершенно иные предположения в области бессознательного? Что, если основные идеи были в корне изменены? Недавно найденные документы повергли ученых в шок. Существует вероятность того, что теорию психоанализа придумал не Фрейд. Фрейд утверждал, что в основе всех наших действий лежат тайные желания, комплексы и неврозы. Он считал, что поведением человека управляют не идеалы, не разум и не правила приличия, а инстинкты. Инстинкт секса и страх смерти. Но все дело в том, что научных данных, как-либо подтверждающих положение ведущей роли сексуальных влечений, до сих пор нет. Из достоверных источников нам стало известно о документах, которые ставят под сомнение всю репутацию Фрейда. Я ведь понимаю, какое это открытие. Не хочу, чтобы из-за этого возникли какие-то проблемы. Этот человек пожелал остаться в тени. Очень много лет назад я работал с Фрейдом. Я тогда был еще мальчишкой, помогал рассылать его бумаги. То, что нам известно о Фрейде и его методах трактовки значений, очень сильно связано со случаями из его жизни. Я, как эксперт, думаю, что все свои страхи и неврозы он перекладывал на своих пациентов и лишь приумножал таким образом их собственные комплексы. Вы ведь еще не раз обращались к другим специалистам после того, как Фрейд поставил точку на вашем случае? Было дело. Я бы мог даже сказать, что психоанализ в некотором смысле стал смыслом моей жизни. Как вы думаете, вы излечились от ваших неврозов? Ну, знаете, я как вам ответить на этот вопрос? Может быть, да. А может быть и нет. Я бы сказал так. А хрен его знает. Скажите, а вы знаете, что курение означает по Фрейду? Однажды он вручил мне папку с документами и сказал, чтобы я отвез их на какую-то городскую свалку. У меня было много своих дел в тот день, и я немного замотался. А потом, представляете, обнаружил их у себя дома в портфеле. Почему вы их не выбросили? Сначала я просто забыл про них, а потом подумал, что их можно будет выгодно продать. Ну, сами знаете, Фрейд был знаменитостью в то время. А я все равно в этих бумажках ни черта не понимал. Он передал эти документы нам. Там были записи за 1890 год. Это 5 лет до формулировки психоанализа. В них был детально описан метод работы с бессознательным пациентом. Мы провели анализ почерка и выяснили, что эти записи были сделаны совершенно другим человеком. В папке с документами также была найдена фотография, на обратной стороне которой написано «Моему коллеге и другу от А.Г.». Угу, его лицо мне знакомо. Вам знакомо лицо этого человека? Минуточку. Секундочку, одну минуту. Простите, ради бога, сейчас. Да, вы знаете,
Я встречал его в кабинете у Фрейда. И даже встречал неоднократно, да. Постойте-ка. Это же тот самый человек. Это точно он. Это он к нему ходил. В следующем выпуске. Продолжение истории. Кто этот человек? Нам ответят лучшие эксперты. Мы нашли новое доказательство того, что Фрейд был не тем, кем выдавал себя. Фрейд был безбожником. Спайс. Вы узнаете все. В следующий вторник в 7 вечера. Не пропустите.